Всем привет! Сегодня приготовим самые простые, самые быстрые в приготовлении блины на каждый день. Вкусно со сметаной, с вареньем или со сгущенкой. А также в них можно завернуть разные начинки. Для приготовления возьмите 300 мл молока, 50 мл теплой воды, 150 г пшеничной муки, 30 г сахара, 2 яйца, 25 мл растительного масла и щепотка соли. Приступим к приготовлению. Разбейте яйца в миску. Взболтайте венчиком. Добавьте сахар и щепотку соли. Влейте молоко и хорошо перемешайте. Постепенно, просеивая, введите муку. Продолжайте интенсивно перемешивать венчиком до полного растворения комочков. Влейте теплую воду и еще раз перемешайте. Оставьте тесто отдохнуть на 7-10 минут. Перед жаркой влейте растительное масло и перемешайте. Жарьте на разогретой сковороде с двух сторон. При необходимости смазывайте сковороду маслом. Блины готовы. Тонкие, мягкие, очень-очень вкусные. Балуйте себя и своих близких.